Oh là, il fait ça à la plage. Mais c'est ça de ma vie. Non, ouais. Mon dieu, je suis la mauvaise. Всем привет, ребята! Сидим с Русланом на стульчиках в парке, потому что я протупила. Нас пригласили тусить, а это оказывается завтра. Но мы пришли сегодня. Да. Спасибо, Джу. Пожалуйста, могу организовать, кому надо. Ребята, мы с Максимом в дупе Экс-ан-Прованса. Я нашла еду. Сегодня мы с Максом тренили в зале. Поехали в зал, тренили бальные танцули. Сейчас оттренили и должны возвращаться домой, но оказалось, что автобус будет через час плюс-минус. Поэтому мы решили пойти пешком. Да. Вот. Сейчас будет интересный экспириенс по возвращению сквозь виноградники. Так, вот нас и трасса. Мы встретили по пути винтажный типа рыночек. Прикольно так. Ну, он вроде как пишет, что открыт, но, по сути, там ворота были закрыты. Атмосферное уютненькое местечко. Так, Макс пошел. Все, ребят, победа. Мы пока ходили за водой, пришло время автобуса, так что мы идем на остановку. Там вон чел сидит на остановке, вот мы идем к нему. Сидим, ждем бас. Короче, таки пешком. В общем, есть два варианта. Или автобус ушел быстрее, потому что я его видела раньше, чем надо. Либо же он сильно опаздывает. Идем мимо лавандового поля. Где-то в Провансе. Где-то в Провансе. Son, it's your birthday. We're going party like it's your birthday. Смотрите, это наш бус. Привет! Давай! Всем привет, ребята! Мы снова с Русланом идем тусить. Только это уже сегодня. Смотрите, это Руслан. Я ему даю деньги. Русланом суперсистема. Я зашла раньше в метро, и если я выйду, мой тикет не будет работать. Поэтому вот, собственно, я так как-то жду Руслана. Вот тут. Руслан сказал, я замученная. Я по жизни такая. Все, теперь туда и на красную. Всем привет, ребят! Мы сегодня делаем полный кузине. Чисто крутой влог, чисто, ну, реально классный влог. Знаете, що ми робимо? Так, ми зараз будемо робити білі брови Руслану і мені одну, блядь. Якщо ви будете колись красити волосся, не нюхайте, будь ласка, нічого. Давай. Надо... Да, ти що взагалі? Вона не потрібно зацікавити. На машині або сюди? Давай сюди. Давай сюди. Промежуточный
ребятки, мы пришли в Альянс Франсе, чуть французский. И что вы думаете, там никого не было в хате, просто открытая квартира, комнатная Руслан большая. Руслан такой, фоткай. Вот. Привет, ребятки. Мы едем делать супер. А, ты видела? Yes. Мы едем делать супер фотосессион. У меня тут три. Короче, ребята, я застрессовала, сказала выйти раньше. И мы, в общем, вышли раньше, и теперь мы идем. Ну, ничего страшного. Полезно. Юля, мне надо скачать одну программу для фотошопа. Модели не фотошопят фотки, это все фейк, зай. Качай. Я сняла свой хиджаб. Поправлю. Я просто Кузя. Кузя КБН. Да, ребят, мы искупались просто в айсберге. Короче, ребятки, в общем, мы сейчас так идем спокойно. На самом деле нам надо бежать турбо, потому что мы рискуем опоздать на бус и идти пешком. Остаться без связи, потому что телефон разрядится, потому что я его разрядил. Да, я продолжаю, кстати, сейчас. Ну, короче, все, ребят. Didn't wanna have to do it. Didn't wanna have to break your heart. Все расступится, и мы никому не позвоним. Круто, Юль, продолжай, снимай видео с 1%. Привет, ребят, мы сейчас будем говорить на английском, потому что впереди нас сидят три сексапильных американца. Давай! Так, кто-то уронил мою резинку. Дай, пожалуйста, посмотри на тебя. Говорю Руслану, так надо было перелезть за резинку. Руслан себе нашел. This is my sister. She's not bitch. But I am. Желание следом за резинкой, если честно. Алле! Жарко-парко. Сидели спокойно с Максимом, приехали, ставят столы, ставят свет. Приехала целая куча машин, и это буквально вот за последние 2 минуты все произошло. Еще 30 секунд, уже стоят зонтики. Еще больше выгрузили. Что происходит? Кстати, мы искупались, да. И ярмарка, ребят. Хорошая. Она организованность, ребят. Это реальный счёс. Юль, давай планшет.
О, наши гарсоны. А, через какие чревата я делаю? Ну, попахали по Хансе. Supreme? I know this brand. Yes, yeah, Supreme, Nike, collaboration with Louis Vuitton. Don't understand. What? I don't understand, I don't speak French. Pourquoi je rigole? Oh. Écoute chérie, je te dis non. Courir, partir, venir, mourir. Абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия. Всем привет! Мне за 5 хвилин по українському тайму буде 17 років. Я собі готую святковий гато. Зараз. Насправді, що за приколи, я не зрозуміла. Ну, а, до речі, розказую про торт. Коротше, я вирішила, що я не буду його ставити зараз в духовку. Я задую свічку, а потім поставлю духовку. Просто я крейзі. Так, я крейзі. Я могла б його не робити. Ну, ладно, нічого страшного. Буде такий експеріенс. Ось так скромно. Сказав, що там коробка з новою поштою. Тут це, розумієте, просто в два рази цінні.
клопину в рутині. Готовий? Да. Боже, це просто прикол. Я не знаю, я просто не дуже в емоціях таких, прям таки. Тому що мені Максим просто якогось разу написав повідомлення. Юля, не купляй ці навушники. Ось. Паляниця. What? Паляниця. Паляниця. На ланді агель, інтернет. Адель? Ні. Attends. Це вже жінок. Паляниця? Паляниця. Паляниця again forever. Как food? Посмотрим. Не сильно. Машина. Сейчас мы на туре будем драться. Юля, мне летил сорвать. Давай яблоко. Юля, я не могу яблоко. Ну хоть и украинцы, блин, а? Водії. Наш водій сьогодні. Сьогодні їдемо туди в гори. Вже не цупав туди, а саме, але туди в гори. Не сильно дует? Спасибо. Прямо по курсу. Блин, я не успела. Норми. Заседаю. Нас так видно. Прекрасно. Давайте. Раз. Два. Три. Ты же хочешь не уверен? Ле Орле. Мы приехали. Как здорово здесь просто. Тут очень прохладно. И прям, я не знаю, я бы тут жила. Серьезно. Взяла себе маленькую хатынку. Там все идут. Взяла маленькую хатынку такую. Где-нибудь. И жила бы. Я уже успела проехаться на траве. И по ягодам. Дивіться, мати на рюкзачі доставляє до гори муху. Говорю. Служба доставки. Мамі! Ми знайшли коров. Ось тут, кстати, коні. Ось я. Ти ці мислиш, що?
озеру. Вот. Скоро уже дойдем. А вот мы дошли до озера. Вот такое вот озеро на сегодня. Ну ладно, это была шутка. Это уже не шутка. Мы добрались. Команда. Да, мы команда. Сейчас будет пикник где-то. Смотрите, сколько сыра взяли. Нормально, хватит? На пятерых-то. У меня ноги. Это знак счастья. Да. Девочки. Все, мы идем обратно. Да, не очень хочется. Мы так здорово полежали. Еще бы лежали. Да, я тоже. Мама говорит, давайте пойдем быстрее. Это бык. Что, Юлечка? А Ирочка, Анечка, не страшно? Ла-ла-ла-ла. Вот мы сейчас там спали мы. Все. Ты реально бык, у него рога? Да. Это у всех коров рога. Да, кстати, там у всех рога. Надо повыми. Ух, сейчас бежать будем, чувствовать. Это бык. Это бычки маленькие. Ну, не очень-то они маленькие, скажем так. Ну, это бык. Впереди точно бык. Они все бычки. Мальчики, не надо туда бежать. Это что-то нельзя. Спасибо. Дождь. Дмитриевский дождь. Я распутывала эти очки, окуляры. До мене підійшла собака и поцеловала мене. Классно. Я бы еще тут засела. Короче, везде бы засели. Так классно. Сейчас будем идти обратно. Не хочется совсем. Thank you.